Я как-то разговаривал с руководителем Татарстана. Он говорит, никогда вот не думал, что такой эффект может комфорта приобрести. Никогда не знал, что вот у него мало использовались электрички, не ездили. Он говорит, купил поезд новую электричку. И у меня сегодня автобусы пустые ходят, потому что так приятно сесть, доехать до дому, отдохнуть, почитать. И говорит, все рабочие администрации, все бегут на электричку, потому что красиво, хорошо, удобно стало. И мы к этому стремимся. Сегодня нам очень важно, чтобы у нас здесь люди жили комфортно, красиво, чтобы не мечтали поехать в Москву, Санкт-Петербург, а то на электричке не доедут. Шикарно вообще.